Всем желаю здравствовать, дорогие друзья. Многие из вас, конечно же, знают, чем заняться в субботу, но наверняка предполагают, и я наверняка знаю точно, чем мы займемся в последующее воскресенье. Итак, каменные водопады – достопримечательность Новокаменки. В мире подобных памятников природы буквально единицы. Археологи выдвинули предположение, что каменные водопады – это ровесники петроглифов Сикачи-Аляна. И они появились 5000 лет назад на месте извержения вулкана. 19 марта в Новокаменку отправится экскурсия. Действует скидка по промослову «Минтур». База отдыха на берегу приглашает на отдых круглый год. Гостевой двор отличает атмосфера покоя и тишины, сочетание спа-процедур и здорового сна. В каждом доме есть сауна, на улице возле мангальной зоны стоят банные чаны с подсветкой. Природа и свежий воздух помогут снять эмоциональное напряжение. Действует скидка по промослову «Минтур». Археологические памятники Хабаровского края хранят следы древнего мира. Среди них чертов плес, базальтовые скалы на берегу реки Кия. В этом месте ученые отыскали знаменитые петроглифы. В ближайшее воскресенье поход к загадочным личинам возглавит археолог Евгений Черников. Действует скидка по промослову «Минтур». Более подробная информация о мероприятиях, маршрутах и экскурсиях в Министерстве туризма, а вернее в информационном центре Министерства туризма Хабаровского края. Были бы выходные, чем заняться, найдем. Будьте здоровы, счастливо!